Движению юнармии в России уже 5 лет. Сначала это были несколько школьных коллективов, сегодня тысячи подростков по всей стране. Пусть эти шарики в цветах формы юнармии символизируют вашу достойную победу на всероссийских соревнованиях. Лучшие в стране, хотя за победу боролись почти 20 команд. Навыки демонстрировали на военном полигоне Алабино в Московской области, где проходит легендарный танковый биатлон. В этом году юноармейцы соревновались в огневой подготовке, военизированной эстафете, строевой и знании отечественной истории. Равных не было нашим землякам. Сработали все слаженно, потому что мы готовились к этому, и мы хотели выиграть, и мы смогли выиграть. А у нас был свой личный куратор, младший сержант Сактоев Чингис. Каждое соревнование, то есть нас курируют постоянно в разных дивизиях. Вот. В этот раз была 5-я танковая. Вот, так и поддерживали, 3 хлопка по спине, соберись, все будет хорошо, мы победим, мы сделаем свое, заберем свое. И вот. Военно-спортивная игра победы проводится в России уже больше 20 лет. Это продолжение легендарной Зорницы. Отправляют только лучших регионов. Ученики 8-й школы отличаются не первый раз. Но за звание в Улан-Удэ ежегодно борются почти все школы, где есть юные патриоты. Товарищ старший сержант, первый взвод в количестве 6 человек на ваше занятие по огневой подготовке построен. Командир первого взвода старший сержант Чупахин. Юноармейское движение есть в 35 школах Улан-Удэ. Это как девочки, так и мальчики, преимущественно с 8 по 11 классы. Помимо школьной программы, каждый день углубляются в историю, изучают оружие и, конечно, занимаются физической подготовкой. Мы ходим на самбо, занимаемся всякими боевыми искусствами, учимся стрелять. Участвуем во многих мероприятиях. Михаил – ученик 26-й школы. С одноклассниками 3 года назад вступил в патриотическое движение. Теперь это кадетский класс. Строем везде, конечно, не ходит. Но вот форму носит практически каждый день. Сразу после уроков – центр допризывной подготовки. Сердце юноармейского движения города. Само решение пойти в кадеты – это уже поступок. Они себя многого лишают. Они лишают улицы, они себя лишают. Ну, когда вот сходили с ребятами, ну, я не знаю. А они выбрали это. И после уроков идут, и приходят, и ждут меня. И мы проводим занятия. Вроде бы одно и то же, но они сейчас дальше глубже стали понимать. Они в топографию больше. Преподаватели, а точнее наставники, следят не только за успехами на стрельбах или плацу. Особое внимание и школьным оценкам. Если кто-то отстает по русскому или математике, то эти проблемы решают коллективно. Юноармейцы, юнармия – это что такое? Это в первую очередь дисциплина, это форма одежды, которая организует ребенка, да, и, соответственно, кладет на него определенную ответственность. И отличие-то, оно как раз происходит в головах в первую очередь, а потом уже, естественно, вот эта вот форма и дисциплина, оно дает отпечаток на обучение. И дети, которые в рядах юнармии, в кадетском движении, они более ответственны, более дисциплинированы, что на сегодняшний день, естественно, приводит к улучшению восприятия тех предметов общего образования. Детей пытаемся направить и дать правильные, по нашему пониманию, навыки, знания, умения для того, чтобы мы могли гордиться своими детьми. В штабе юноармейского движения больше 4000 активистов. Сначала школьники осваивают азы военного дела сами. Затем начинают помогать другим. Работают с детьми-сиротами и даже трудными подростками. В этом году юноармейскому движению исполнилось 5 лет. Уже многие дети подготовлены. И мы хотим выстроить такую работу сверстник сверстнику. То есть уже выросшие дети, готовые, сами занимаются с детьми детсадовского возраста, с младшими классами. Такая комплексная работа будет большая. Еще один важный аспект в патриотическом воспитании – пятидневные учебные сборы. С недавнего времени они проходят в «Авангарде». Центр построили в прошлом году. Здесь, как в настоящей военной части, на неделю подростки погружаются в армейскую жизнь. Сейчас базируются школьники Тункинского района. Раз, два, три. Раз, два, три.
надо подавать счет, чтобы курсанты не сбились. Длина шага 78 сантиметров, а земли 15-20 сантиметров. Вот. То есть это настолько важно? Это в строевом уставе так написано. Прописано в строевом уставе, закон. Но есть у нас и отстающие. Вот, по индивидуальной программе занимается у нас курсант Стункинского района. А он, наоборот, будет ходит вот так вот. Он... Его научить, наверное, просто... Этим мы и занимаемся отдельно с ним. Отдельно то поэтому. То есть он не наказан, это вы ему особое внимание уделили. Особое внимание, да. Да. Ходим, 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 внимание. Раз, два, три. Это вырабатывает подтянутость человека, аккуратность, опрятность. Ну, как у нас сейчас молодежь ходит, как-то так, да. А тут с разомтыми плечами, голова приподнята. Вон, ну, красавцы, приятно посмотреть даже на них, как они все стоят. За 5 дней должны освоить не только строевую. Преподаватели знакомят с военным делом, а значит и уставом Вооруженных сил России. Основами военной топографии, оказанию первой медицинской помощи, особое внимание вооружению и без разборки сборки автомата Калашникова тут никуда. Неполной разборки сборки автомата Калашникова. Приступить! На военных предметах у них заостряется внимание. Они как бы живут вот в мужском коллективе, то есть такого же у них нету обычно в районах. Вот. Ну, это понятно, те ребята, которые активно занимаются там патриотической деятельностью, там активно участвуют по соревнованиям, у них-то такое есть, да, они проходят, и воинские части выезжают, и где-то соревновательные моменты ловят. А не все дети могут на этом поприще самореализоваться, и мы, да, действительно сталкиваемся с таким, что некоторые дети приезжают неподготовлены, и автомат, например, видят уже здесь. Ощущаем себя настоящими солдатами, как в армии. Хоть я там ни разу не был, но я думаю, что там все так же. Мне интересно больше разбирать и собирать автомат Калашникова. А также мне еще нравится маршировать. Вот. Мне нравится, когда все в один шаг идем, и звук такой классный становится. Возможность вырваться из школьной программы и новое там. Постоянно с военным связано. Там. Ну, все мальчики же любят что-то связанное с военным, там, автомат и так далее. Это, скорее всего, и нравится. Но я сам хожу на военно-патриотический клуб, поэтому для меня тут много чего нового нету, только в плане теории. На сборах старшеклассники узнают про работу пограничников и полицейских, знакомятся с ветеранами войн. В завершение подростков ждет экскурсия в военную часть и стрельбы на полигоне. Они у нас будут стрелять из автоматов боевыми патронами. То есть в том, нынче весной мы проводили сборы. У нас ребята стреляли из автоматов 10 пробных, 15 зачетных, да потом по 30 патронов еще каждому очередями пострелять давали. Ну, не каждый солдат, который служит срочную службу, столько раз стреляет. В целом по стране 860 тысяч юноармейцев. Пополнить ряды можно как записавшись в школе, так и в главном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания.